Привет, шкодоводы! И вот у нас косяк, косяк, косяк. Видите, как шумит? Правая колонка взбесилась. Так, это уберем. Выключаем, держим. Хрен. Что делать? Будем делать диагностику. Шнурок уже повесил. Сейчас посмотрим, что будет. Итак, у нас в электронной информационной системе две ошибки. Так. Прогнозируемые данные там по маршруту херня, отказ 17 часов тоже херня, все было. А, вот было чуть-чуть до этого, как раз пропал звук. Это мы стираем. Видите, звук включился сразу же, когда я стираю ошибки. Прогнозируемый сигнал данных ушла, все нормально. Но блок с колонками, я до этого лез в блок с колонками, он не открывался. Думаю, неужели сдох скотина? Но, как мы видим, он не сдох. Просто почему-то в него не получает пока получить доступ. Но это ерунда. Тут машина полна сюрпризов. Можно опять же сделать сканирование. Видите, не пускает он в блок. Сделаем сканирование на ошибки. Я вообще полез сейчас смотреть характеристики топлива. Но магнитола у нас сушит мозги. Колонки взбесились. Сейчас сделаем диагностику, попробуем уже через общий вход. Но, скорее всего, ошибки по акустике могут остаться. Хотя, не знаю, может, в полном пути машине проще будет. Тут две неисправности у нас стабильно идут. Это неправильные базовые кодировки, хотя они входили, как сказать, все по аналогии с предыдущим автомобилем. Но есть нюансы. Потом стандартно у нас там ошибки по тормозной системе, видите, увеличение тормозного усилия, это было изначально, сначала было не стираемая ошибка, потом стерлись. Полоса там, ГЛОНАСС тупит, но я уже на это не обращаю внимания. Время от времени отвалю всякое, дожди, там по дождям должны быть еще проблемы, но по мне это все херня, дожди. Вот сейчас что там, акустику прошли. Вот, две ошибки по акустике, значит, на две ошибки. Что за ошибки там были? Она сейчас вам прочитает, потом, возможно, блок, раз он сейчас в блок залез, блок, возможно, будет открыт. Попробуем открыть блок сами и посмотреть, что там за ошибка. Тема такая, я начал рыть по диагностике, у меня шумела правая колонка сильно, вы видели на видео. Когда я попытался открыть блоки магнитолы, делал сканирование, сразу же звук в правой колонке пропал, перешел на левую колонку. Звук был уже чуть послабее, по-моему, левая, правая, передняя. Потом звук ушел, машина сканировалась, звук ушел на сабвуфер. Начал сабвуфер орать. Понимаем, что значит у нас, как сказать, провода все целые, связь имеется, где-то кто-то тупит внутри. Потом я завершил сканирование, стер все ошибки. Звук у меня остался только в сабвуфере. После этого я выключил магнитолу, перезапустил машину, потому что пока лезть к аккумулятору мне лень. Шины данных, ошибка, но это понятно. Где акустика? Сможем залезть в блок? Магнитолу я перезапускал. Там примерно 10 секунд держишь кнопку выключения, и она перезагружается. Толку не было. Машина начинает работать. Видите, не пускает в блок. Ладно, давайте прям удаляем. Нашего счастья, если бы останется только две ошибки. Если три, значит, он не смог залезть в колонки. Вот звук колонок. Магнитола заработала, время скинулось. Три ошибки, скотина. Значит, есть какая-то нестираемая ошибка в блоке колонок. Сейчас открываем. Колонки что ли на врага ставят? Нет, колонки он почистил. Что он? Что ему не понравилось? Где третья ошибка нестираемая? Магнитола, блок управления. Так, давайте магнитолу смотрим опять. Что тебе не понравилось? Вот это новая херня. Когда ее трогаешь, она сразу же включает магнитолу. Свежепрогнозируемая. Раньше этой херни не было. А, я же сейчас обновил этот, приложуху это обновил, да.
И что он предлагает? Вот нажми GTK Google. И что нам Google напишет? Нет, такие странные тоже. Какие проблемы? БДЛМ, LED, фар, мануал, кулон, дата from information. Че? Толком ничего такого не дает нам. БДЛМ. Да, я подозреваю, что они видят BMW, и Вася диагноз прошедший, 1000 фунтов стерлингов, чего-чего. Да, я понимаю, что они увидели свет на данный момент, мобильное приложение, нет ближайшего является, который похож на ВСД, но он стоит около 1000 фунтов стерлингов. Нихера у вас там, блядь, цены. Всем привет, я получил свой БД сегодня, благодаря этому форуму я смог сразу начать программировать. Ебать, программизм. Ай, материться нельзя же. Да, передать датчик с помощью диагностирования данные. О, чего-чего. Так, во всем хорошо, но теперь я вижу некоторые ошибки при сканировании автомобиля, которые, я думаю, связаны с распознанием дорожных знаков. Передача данных, прогнозируем данные о маршруте. Ошибки, кто-нибудь с этим сталкивался? Распознание дорожных знаков действительно работает. В машине автомобиль должен быть, соответственно, камерой для нет, но это я и так без вас знаю. Да, вроде нормально работает. 19-й год. Мне интересно, калибруется ли камера. Где ответ-то правильный? Ошибка в данном прогнозировании сохраняется в основном блоке. Эта информация бюллетень предназначена для периодического кодов неисправности, которые не вызывают функциональных проблем автомобиля. У кого-нибудь есть доступ к ним, чтобы увидеть, что было исправно или подоход дилера. Видеть сообщение. Короче, нихера никто ничего не знает. Пока что ложим на это. Я только что сделал свое первое сканирование ОБДЛМ после нескольких битов с користа. Один из кодов неисправный ДДД сообщение с отсутствием шины данных модулей конференции. Это вот не в кладе было. Это вся фигня, когда лезешь с адаптациями, хрен знает куда, вот эти ошибки. Короче, ладно, на это пока забиваем. Это не смертельно, это ерунда пока что. Ну-ка, давай еще раз попробуем стереть. Нестираемые ошибки. Нет, блин, вылезло. Потом пропадет, ничего страшного. Так, давайте проверим колонки. Работают? Все, колонки работают. Остальное нас нифига не волнует. Так, теперь 3 нестираемые ошибки. Да, я уже то ли выпускал ролик, то ли позже выпущу. Об этих ошибках, кто не возникает, там, короче, свой головняк. Ладно, товарищи. Главное, не паникуем. Сначала делаем диагностику, потом разбираемся, что было и что будет. Так, еще раз. Ну-ка, давай. Может, супер удар по ошибкам. Да, одно не стерли. Ну, это фигня, адаптация, там тоже неправильные шины данных. О, что, стерло шины? Что, победили шины? Победили, да? Русские не сдаются, да? Все, пацаны, победили. Победили, побежгли. Это вот, а вот хер тебе, да? Снова вылезло. А почему пишешь две? Стер ее, да? Ты плавающая шина. Ну-ка, давай еще раз. Плавающая херня это все. Короче, не паримся, все окей, пацаны. Сейчас я буду смотреть топливо. С вас старший лайк, подписка. До свидания. Потому что про топливо это следующий ролик, ребятки. Очень замороченная тема. Прям вообще, товарищи. Текущие данные. Пропуски. Ладно, ребята, все, не подглядываем. Давай. Лайк, подписка, до свидания. Пока.